Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Ну что, 23-й день, 1000 тусклого янтаря я забираю. И надеюсь, что сегодня мы поиграем в событие, которое должно, в принципе, открыться уже. Я гляну. Да, ребята, это выживание. Плюс у нас будет обучение призывников через 23 часа 25 минут. Обязательно будем его проходить. Ну что, посмотрим. Эх, беззубик, беззубик, ну что ж такое-то, да? Ну, вот как вот, как тебе сделать большую благодарность, если ты мне приносишь всякую чепуху? Я вот не знаю. Злобокус, крутохвост какой-то, че себе. Ну давай вот ночного стража найдешь ты мне, а? Вот найди мне, пожалуйста, ночного стража. Но только не того, который у меня есть, а которого нету, естественно. Тогда похвалю. А так не буду я тебя хвалить. Ну что, друзья мои, забираем все наши награды, которые у нас тут насобирали наши дракончики. Так, оу, еще один ареновский пак. Ребят, это хорошо. Костолом, шторморез и кревет. О, кривоклык даже выпал, прикинь. Большая редкость, чтобы вот так вот с пака выпал легендарный дракончик. Так, ветрокрыл принес, да? Принес. Пока лети, наверное, за рыбой, потому что ресурсов нету. Возможно, попозже я тебе отправлю на дальнейшие поиски. Вообще, я думаю, что пока вот древорубов этих всяких отправлять не стоит. Лишь по одной причине, что они мало мне приносят ресурсов. Пускай он лучше тут сидит и пылится. Потому что есть там достойные драконы, которые по 3, по 2 миллиона нам приносят ресурсов. Так что пускай сидит пока этот древоруб и думает над своим поведением. Так, мы отказываемся от выгодного предложения. Здесь мы тоже с тобой отказываемся. Вот здесь. Так, древесинка 900 тоже пускай пока сидит, ждет. Вот здесь, да, другой разговор. Два лямчика. Здесь тоже два лямчика. Пускай летит, но этот понятно. Так, за компашку тут прокачался. Смотрим дальше. Так, буйволорд. Он 18 лямов. Стоит? Конечно, стоит. Пускай дальше идет, рыскает, ищет. 9 лямов. Пока не буду отправлять. Древесины. Вот за рыбой его можно отправить. За древесиной невыгодно. Так, 37 миллионов, само собой. Хотя мало почему-то там приносит. 625 тысяч. Ну, как бы по ресурсам совсем нехорошо все. Так, креветик. 360 рыбы. 7 лямов. Так, тут у нас сколько? 12 лямов. Вот. А, он один всего лишь найдет. За 15 часов 37 минут ты найдешь всего лишь одно железо. Это очень, ребят, невыгодно. Очень невыгодно. Так, ты лети давай туда. Что у нас там с древесиной? А, дровница переполнена аж. Тогда лети просто за ресурсами. Так, ну что? Ты там у нас что сидишь? Сидишь, грустишь. Так, эти получают уровень. Уровень. Рыба. Лети за рыбой. Так, а вот у нас с тобой построилось изваяние. Ну, давай глянем, что нам здесь выпадет. Угу, три железа. Кто бы сомневался. И выпадет нам с тобой тусклый янтарь. И я тоже в этом не сомневался. Угу. Удавятся. Удавятся, ребята, чтобы тебе дать железо. Ага. Держи карман шире, просто-напросто. Просто держи карман шире, называется. Так, сколько там? А, нам же не кузню нужно прокачивать. Нам же нужно прокачивать вот здесь вот. Академку. 80 железа надо. Твою дивизию. Так, кто у нас по древесине? Спец искать. Ветрокрыл, по-моему, только, да? Ветрокрыл, возвращайся. Для тебя работенка есть. Да, лети. А за счет древесины. Так, мы с тобой, надеюсь, события, когда придем, наберем еще там немножечко ресурсов. Так, осмотри окрестность. Давай, вперед. Кривоклык, что там у тебя? Берег виднеется. Лети. Барсик, как дела? Опять дешевишь, да? Шестеренки свои? Понятно. Я уже наугад, ребят, знаю, что он там принесет. Да, здесь тусклый янтарь. Ну, сарделька, что там загрустила-то? Как всегда со своим тусклым янтарем. А, нет, яйцо. Яйцо подкинул. Ладно, проверяй там окрестности. С этими разобрались.
Древоруб, ну что грустишь-то? Не буду я тебя все равно пока отправлять. А вот этих вот надо бы. А, вот. Вот, что мы. Пускай летит. Так, ты посидишь пока. Тебя я отправлю за рыбой. Эти там, где у нас олухи? Вот они. Так, тебе-то, родная, наверное, надо прокачать. Нет, не надо. Очень мало древесины приносит. Посмотри, 69 уровень. А так мало древесины носит. Фи. Давай тогда этого отправим. Пускай он добывает нам. Так, ну что, где эти наши великаны? Как всегда, он любитель приносить мне этот сломанный меч. Закормил уже своими сломанными мечами. Ну а ты чего? Грибы тоже закормил грибами. Давай теперь мы откроем с тобой пак. Давай, давай, бесплатно говорю. Монеты Одина. Громобой, шторморез, костолом. Ну, сразу платный тогда еще. Ой, платный, рекламный глянем. Ну, монеты это понятное дело. А здесь древоруб, костолом, грамгильда. О как. Грамгильда, собственно, персоны. Так, здесь у нас обменчик уже подоспел. Так, 3 янтаря мы получаем с тобой. Делаем сразу обмен. И открываем редкий пак. Кошмарный престиголов, крылатый ужас, шторморез, водорез, прихвостень. И все? По-моему, раньше было побольше наград. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Не так часто я эти редкие паки открываю, но, по-моему, да, было побольше. Так, тут рыбка нужна. Рыбки у меня нету, но зато я могу тебя, парень, отправить на поиски этой рыбы. Так, а я этого-то отправил? Как его звать-то? Да, модификрылка уже вся в поисках. Этих ребят тоже пока отправим на прокачку. Кто-то мне сказал, что мармелет или граммелет прокачать в комментариях. По-моему, граммелета сказали качать. Вот, вот он, граммелет. Пускай идет учиться. Ну, тайфун ранга я не буду трогать. Вот шепот я, пожалуй, отправлю. Да и, наверное, тут у меня и рыбы-то уже нету. Летите, летите, все летите, учитесь. Так, ты там что сидишь? Сколько? 28 тысяч? А, все, академка забита. Ну что? Так, снеговика найдем сейчас? Давай, снеговик, находись. Тут у нас все взято. Давай, наверное, возьмем с тобой сезонный абонемент. Тут 180, 160. Но в любом случае мы ничего не получим здесь. Так, 495. А награда на сезоне у нас стоит 700, да, с лишним? 750. Один день, 8 часов. Ну, понятное дело, что мы не возьмем ничего. Но зато я взял рогобоя премиального. А, кстати, а где он у меня? Куда я его поставил-то? Рогобой этого премиального. Так, погоди, где-то... Тут у нас нюхохват грустит. Вот здесь вот. Да, вот он. Блин, я не могу ничего с ним сделать. Да, вот тут у нас и этот заныкался. Как его? Скорожал. В общем, все сидят тут, пыхтят. И ледоморт, и буйвол-дикарь. Ладно, нас другой интересует, ребят. Естественно, событие. Пошли-ка мы на него. На выживание, блин. Слушай, ну два пака, 250 рун. Поехали. 6 волн, друзья мои. Если кто не помнит, 6 волн будет на нас постоянно идти. Мы будем постоянно от них отбиваться. Кревет и костолом. Не очень хороший вариант. Я уже, в принципе, догадываюсь, что будет твориться в дальнейшем. Это не вдвоем, потом их будет трое. Тут понятно, поначалу все легко. До 4-й волны разбираются они без проблем. Потом, мало того, что прибавляется еще один дракон, так еще
И урон у них будет намного больше, чем сейчас. Так, вторая волна. Все по стандарту, как говорится, поэтому не стоит, ребят, ничего здесь пока менять. Окей. А этот у нас костолом, который там стоит, он огнеплюй. Он у нас не тот, который бежит с разбега и бомбит. Но, видишь, огнеплюй тоже не очень хорошо, потому что повышает он себе атаку. И это пока маленький уровень, 15-й. Они тут, наверное, до 20-ки, я думаю, доберутся. Что, третья волна? Как обычно, начинаем с кревета, плавно переходя на костолома. Раз, два. Хиляться пока нам не надо, ребят. Пока терпимо. Ну, урон у них маленький. Уровень тут уже, я смотрю, 16-й. Друзья мои, кто-то пишет мне в комментариях, что в Tower Conquest, это защита башенок, появился новый персонаж. Я специально заходил 2-3 раза посмотреть, посмотрел обновление игры, все у меня обновлено. Я никакого нового персонажа не вижу. Если такой есть, напишите, кто он и в какой фракции находится. Фракция нежити, как вы знаете, у нас там есть фракция этих подданных, фракция роботов. Ну и так далее. Напишите мне в комментах, потому что либо это, как тебе сказать, спам просто-напросто. Если это спам, я сразу же автоматически удаляю этого подписчика со своего канала, как за дезинформацию. Так что напишите, пожалуйста. Так. Угу. Креветик. Пока тут ругался и разорялся, ребята, чуть было не влетел тут. Да, это четвертая волна, ты правильно понял. И именно на четвертой волне начинается их трое быть. И, соответственно, урон уже, ну, прям ощущается, понимаешь? Посмотри, как бомбашит, а? Вот-вот, и я о чем говорю. Бомбашит не кисло, совсем не кисло, ребят. Ох ты, ох ты. Это предпоследняя волна. Нам нужно спасать с тобой как-то нашего штормореза. Желательно как можно быстрее. Блин, а тут два кревета. И сейчас они, кстати, ох, этот же, слава богу, он потратил. Если бы этот сейчас сделал бы свое электричество, нам бы была бы крышка здесь. Но благо этого не случилось. Давай, давай, хиляемся. Так, кусаем здесь. Сейчас они сходят вдвоем. Этот ничего не сделает. Но у него усиленная... Ох ты, у них у обоих усиленная атака. Так, здесь, наверное, кусанем. Это еще не последняя волна. Это только пятая, предпоследняя. Так, только не говори, что они будут ходить первыми. Иначе барсику крышка. Это просто какое-то чудо. Барсик живет пока. Пока живет, ребят. Ну-ка. Замечательно. Раскидываются они своими этими ударами. Уничтожаем здесь. Сделаем отхил. И беремся вот за этого кревета. Да, это еще только первая волна, первый бой. Всего боев, по-моему, здесь будет 3 штуки, 3 поединка или 4. Ничего себе это сделал, парнишка. Это нам не помешает вас уничтожить. Так, кусаем. Естественно, он возмущен до предела, ну а мы с тобой хиляемся. Кусаем. Ну и, в принципе, сейчас либо барсик, либо шторморез добьет. Значит, шторморез. Вот, это первая, так сказать, битва. Я нас поздравляю. Ну, вот и колесо. Надеюсь, удачи. Да ладно, плод мудрости, спасибо огромное. Мне как раз он нужен. Так, и мы с тобой открываем ареновский пак. Кстати, я посмотрю. Раз. Раз был поединок, два. Да, три поединка. Так, содержит элитных.
Шепот смерти. Так, я смотрю, ужасное чудовище скоро прокачается на 11 ранг. Шторморез, громобой, острокрылый змеевик. Оу, и кривоклык опять выпал. Замечательно. Ну что, переходим с тобой на второй поединок. Надеюсь, он будет таким же удачным, как и первый. Кто у нас тут? Душитель. Душитель плюс шторморез. Я думаю, никому не надо объяснять, да, кто в приоритете. Угу. Именно этот несчастный душитель. Со своим понижением брони. И это пока он соплячок. Когда он станет крупничком, вот он тогда будет, ребят, здесь прожаривать нас. Так, я не помню, этот просто, по-моему, атакует. У него ничего такого особенного нету. Так, переходим на вторую волну. И то же самое повторяется. Я тебе говорю, вплоть до четвертой все это у нас будет. Ага, минус всего лишь 25 к атаке, ребят. Ну, естественно, это ничтожно мало. Поэтому я как бы себя чувствую здесь как рыбка в океане. Давай бомбанем. И надеюсь, кривоклык добьет его. Ага, третья волна. Третья волна. Поехали. Сейчас увидишь, у них было в начале 25 урона, да? Сейчас смотри, сколько будет бомбить. 54, то есть в два раза повышается. То есть на следующем ходу уже будет, я так понимаю, 100 с лишним, да? Наверное, так. Наверное, так, 100 с лишним. Сейчас посмотрим, сколько вот этот пробивает. 148. Но это был суперудар, поэтому 148. О, костолом здесь прибавляется. А здесь прибавляется костолом. Промахнулся. Замечательно, ребята, он промахнулся. Так, поехали. А, это четвертая волна, да? Четвертая. Так, делаем отхил. Красные, красные. Вот синих у нас нету, они бы как раз против вот красных. Но я вот так вот сделаю. Ай, ай-яй-яй, огнем. И просто укус. В минус. Ну и шторморезом этого уничтожим. Я, кстати, ни разу не видел у него суператаку. Это было не супер, это было среднее. А ульту я не видел. Так, а вот это уже предпоследнее. Тут уже будет все действительно серьезно. Тут уже будет все по-серьезному. Такой здоровый. Я раньше думал, что это у него как очки там на глазах. А это, оказывается, ребята, рога. Вот там вот. На рогах просто такой знак, как будто очки. Так, так. Ага. Сейчас кто-то сделает суперудар. Причем... да. Серьезный удар, ребята. Сейчас посмотрим, как молодец кривоклык. Умница, добил все-таки этого хламона. Вот как мне Барсика теперь спасти. Куда ж ты бьешь-то, Барсик? Не то все сделали вы. Все сделали не то. Это для подстраховки, друзья мои. Так надо. Фух. Повезло. Сейчас хильнуться успеем. И добиваем. Последняя волна. 18, 16, 18 уровень. Ты видишь даже, как у них полоска жизни изменилась. Она стала более плотной. Более много вот этих вот нарезочек здесь. По сравнению даже с моим здоровьем, с моей полоской хп. Ты посмотри просто, какая офигенная ощутимая разница. Так, ну что, хиляемся. Да что ты не мог добить-то вот этого хламона-то, я не могу понять. Блин. Ладно, это последняя волна, я надеюсь, что мы с ней справимся. Так, уничтожаем этого. Этот сейчас бомбанет сюда, скорее всего. Я так и думал. Вот тебе и к чему приводят, ребята, вот эти вот игры. Ну. С повышенной атакой бьет. Хиляемся. Ну что ты, родной мой.
Давай броню ему понизим. И я думаю, что Барсик сейчас будет своей двойной атакой. Неплохо тут прожигать его. Ну. И добивка. Фух, аж вспотел. Ну-ка посмотрим, что нам тут выпадет. 175 миллионов рыбы. Ну, нормально, нормально. Так, закрываем и забираем с тобой сразу две награды. Это янтарь светлый, чистый, блестящий. И 250 рун. Вот так вот. Итого у нас почти 500. Ну что, ребятушки, последний поединочек у нас. Последний. И заберем с тобой награду. И опять же будем с тобой ждать, когда же у нас накопится нужное количество железа. А нужно, я напомню тебе еще раз, 60 железа, точнее 80, для того, чтобы прокачать, начать обустраивать нашу академию. Да, академию начнем прокачивать, после этого нам будет доступна возможность прокачивать наших драконов до 112 уровня. 112 уровень нам нужен для того... Для чего? Для того, чтобы улучшить сразу же кузню. Ну и все в таком темпе, ребят. Так, дай-ка я этого швархну. Сюда кусь-кусь. Куда-то из лба выстрелил. Видел, откуда у него пламя огня вылетело? Из лба. Ну, вот, конечно, такая комбинация. Вот кревет, это бесяво. Мне кажется, это будет повторение первой самой комбинации, которую мы с тобой видели. То есть кревет, костолом и еще один кревет. Только кревет из другой категории. Раз, два. Так, понижаем сразу броню. Ага, не успел нажать, ладно. Сгодится. Да, 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 вот он кревет из другой категории, как я тебе говорил. То есть это повторение самого первого поединка. Окей. Звезданем и добьем. Теперь этот супостат, что он там делает? Тих. Ага. Раз, два. Понижаем броню. Кусаем. Так, ну что, добиваем его, да? Так, и приходим с тобой на четвертую волну. Вот, я тебе так и говорил, что будет два кревета и костолом. Что нам, хильнуться? Давай хильнемся. Друзья мои, на втором канале у нас сегодня выходит последняя серия, заключительная, то есть финал игры Nobody Save the World. Также выходит очередная длинная долгая серия по игре Broken. И что у нас там еще? И мы, наверное, будем начинать проходить уже римскую экспедицию. Как раз, наверное, еще все-таки надо будет допройти Far Cry за Пейгана, да? Ну и будем ждать с вами чего? Конечно же, Deadlight, вторая часть, потому что я уже вышел в отпуск. Так что, ребятушки, все тип-топ. Ну, отпуск пролетит быстро, потому что там всего лишь полтора месяца отдыхать. Так что, ребятушки, обольщаться сильно не стоит. Фух, переходим с тобой на пятую волну. Пятая волна. Так, я боюсь за Кривоклыка. Ай, так я думал, что он его кусит, а? Буржуй. Давай хилеться. Так. Кривоклык, наверное, не выдержит или выдержит. Ладно, на всякий случай я сюда фрукт поставлю. Потрачу, так сказать. Но видишь, они начинают его все атаковать. 4 энергии, ребята. Нет, слава богу, этот потратил. А мог бы всыпать вот. Да ты посмотри, что творят, а. Вот этот вот, конечно, дрянь делает. Вот это усиленная атака. Хо-хо-хо, что ты будешь делать? Кусать ведь. Ау. Да, это разве атака, ребят? Это фигня полная. Мне нельзя, чтобы погиб, понимаешь? Вот. Потому что еще последний поединок. Вот почему. Раз, два. И отхиливаемся. Ну, а вот и последний бой. Так, дай-ка, наверное, вот с этого начну. Понижаем сразу броню. Кусаем. Так, сейчас они тут втроем разыграются. Отлично. Потратил он энергию.
Ха, этот вообще и промахнулся. Вообще найс. Крутенько, крутенько. Бомбим. Сразу потратим с тобой вот это вот. Отхил. Добивка. Ну и остается у нас костолом. Костолом, кстати, все сильная атака у нас. Да-да-да, вот так вот он будет делать. Сейчас добьет, наверное. Почти у него получилось, ребят. Почти получилось добить. Но мы на помощь, да? Идем нашему. А что такая атака-то? Понижение. Ну, сейчас добьет, наверное. Сейчас дорвется, да, до своего. Слава богу, он просто кусанул. Да, давай сделаем так. Поехали. Хочу, чтобы у меня все остались живы и здоровы. Бэм-бэм, все. Ребятушки, я нас поздравляю с полной победой. Ну что, крутанем колесо удачи. И выпадает нам с тобой древесина 125 миллионов. И пак. Кто там у нас? Это этот, что ли, скользкопев? Ты серьезно? Да он же есть у меня. По-моему, он там, да? Ох. Ребят, 750 рун. Вот это я понимаю, награда. 5 железа, спасибо. 3 еще железа. Ух ты. Песчаный призрак. А такого, по-моему, у меня нету. Нет, по-моему, есть. Да, такой есть, ребята. Я думал, что это немножко другой. Так, ну и, в принципе, все. Так, сейчас, секундочку, я кое-что гляну. Точно нам 80 надо? Да, ребят. Нам не хватает 6 буквально, да? В следующей серии, когда мы с тобой будем играть, я думаю, мои ребятушки принесут мне достаточное количество. Так, кстати, 360. Вот, еще один дракон полетел за железом. Громлезащитник прокачался чуточку, да, у нас? Так, ну и, в принципе, все. Да, друзья мои. На этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!